Ровно 3 месяца тому назад я сыграл 1-1 с Фенджи, и результат вы сейчас видите у себя на экране. Таких сильных игроков до того момента я не встречал, и та игра стала для меня некой отправной точкой. Я не стал искать отмазок, почему я проиграл, каких-то оправданий и так далее. Просто начал больше тренироваться именно в ТДМ и набираться опыта. Вот спустя это время мы снова встретились и сыграли новую партию. Вам желаю приятного просмотра, не забывайте ставить лайки, если видео вам понравится. We'll be right back.